парада. Байкальская миля. Полеты. Моды. Мотоциклы. Автомобили. Причем достало страшно. Осталась пробка в заезд на базу. И вот ворот, ворот. Старые, крутые всегда, даже на льду Байкала. Да, вот этому монстру лежачий полицейский нипочем. Вертолет удаляется за сопку. А это лодка на воздушной подушке. Загружена до отказа зрителями. То ли не тянет, то ли хочет, чтобы его сняли как следует. Бедный грузовик вообще ничего не видит. И автомобиль МЧС. Или Москва. Нет. А вертолет почему-то вернулся. Это очень сильный драйв. Это ощущение несопоставимо ни с чем. И, к сожалению, видеокамера не может показать всей красоты Байкала и всей мощи этого мероприятия. Байкальская миля. А нас ждет трансфер. И мы пообщались в гостиницу. Потому что завтра будет новый день. И будут завтра настоящие гонки.